Итак, сегодняшний обед. Какой-то супец. Зелени еще сверху насыпал. Мясо есть, картошка, капуста. Ну и сверху свежей зелени. Два хлеба. Чай из дома, термос. Все, приятного аппетита. Среда, не знаю, там 13 что ли мая. Сегодня макароны по-флотски. И хочу отдельно заявить, что это уже третья порция подряд. Спасибо, приятного аппетита. Да, чай с собой, как всегда, в термосе. Все. Так, это первый у нас суп овощной, но пахнет очень-очень вкусно. Там еще жареные колбаски, жареные на гриле, типа охотничьих, только очень толстые. По запаху я говорю, охотник. Запаху хлеба. Бардак, конечно, но времени нет. Все, готовченко. Трындец котенку, пищать не будет. Ну что? Привезли обед. Что у нас на обед? А, холодный супец. Ну да, холодный супец. Ну, как тут у нас супчик? Что у нас тут? Не видно, что-то овощное, видимо. Но еще не кипит, но уже, в принципе, можно снимать. А то уже так жрать хочется, что даже переночевать негде. Так, что тут у нас? Казанок симпатичный. О, шопенфляйш. Тушкин потроха. Картошка с мясом. С морковью. Там, короче, чугунок упал бабке на лобок. И спалил он ей труса. Лобковые волоса. Вот еще интересный струмен. Все, хватит с вас. Так, вот, чуть не забыл один из самых главных атрибутов нашей шоферской и слесарской жизни. Холодильник. Сразу хочу посмотреть, что у нас тут. Сегодня понедельник. Значит, что осталось после пятницы? Ну, кусочек колбаски, сало. Здесь, наверное, в кульке. Не знаю что. Вот копченое сало. Вот здесь вот кусок копченой рыбы еще остался. Хлеб, редиска. Здесь ничего. Яйцев нету. Я почему сюда приперся? Потому что вижу, что шеф уже кастрюлю приволок. А в кастрюле у нас что-то красное. Это надо греть. Это уже типа борщ, солянка. Ну и морозилочка. Что у нас? О, в морозилочке у нас бутылка Абсолюта. Очень хорошо. Очень хорошо. Понедельник. Очень